Теперь у нас достаточно сил, чтобы нанести удар. Вперед, на гору! Монте-Лагуну терроризируют боевые машины неизвестной конструкции. Кто их делает и с какой целью, неизвестно. Но я это обязательно выясню. Надеясь найти у нас защиту, народ Монте-Лагуны перешел под наше управление. Надо выяснить, откуда берутся эти механизмы. Вокруг этого города очень мало свободной земли. Надо как следует обдумать, где и какие районы строить. На вершине горы мы обнаружили три свалки. Кто-то берет там металлолом и собирает из него эти машины. Пока эти свалки не будут тут уничтожены, мира и покоя в этих краях не будет. Два рудника. Их нынешние хозяева — воры и головорезы. А настоящих владельцев они убили. Не могли бы вы разобраться с этими подонками?
Наконец-то можно подраться! Если вы пойдете в шахту, мы пойдем на поле боя. Победа! Теперь Монте-Лагуна в безопасности. Но кто же делал этих механических злодеев?